Всем привет! Вы на канале Криоген Фокс. В этом видео я вам расскажу, как приручить кицаля самым простым способом. Для этого вам нужно найти кицаля, затем убить его для того, чтобы взять у него имплант. Вот так с помощью птера можно легко его убить. Нужно быть осторожным, потому что если вы его разделаете, то имплант пропадет. Итак, теперь у меня есть имплант топового кицаля. Теперь я отправляюсь в зимнюю пещеру, которая называется Лайт-Зимка. Для того, чтобы пройти ее, взять артефакт, потом сдать его на обелиске и получить воскрешающую платформу. Вообще можно и самому ее сделать, но это самый простой способ, поэтому заходим в пещеру, быстренько ее пробегаем, забираем артефакт и выходим. Она довольно маленькая, поэтому пройти ее не составляет труда. Так, забираем артефакт и выходим. Итак, теперь я отправляюсь на обелиск для того, чтобы сдать артефакт и получить за сдачу воскрешающую платформу. Готово. Ну а теперь можно отправиться в южную пещеру для того, чтобы там поставить эту платформу и с помощью янтаря там возродить кицаля. Так, вот вход в пещеру. Заходим. Расчищаем здесь всю местность, чтобы не было хищников. И вот в этом месте можно поставить платформу. Так, вот таким образом мы ее размещаем. И теперь с помощью янтаря. Стоимость янтаря, стоимость возрождения кицаля всего лишь 40 янтаря. Поэтому возрождаем его. И можно начинать его оглушать. Прямо в этой пещере. Поскольку у меня он топовый, то на это ушло очень много стрел. Да еще и у меня арбалет подмастерья, ну ничего. Главное, что этот способ рабочий. И таким образом можно будет приручить кицаля без ловушки. Так, ну вот он почти уже упал. Теперь можно его кормить. Кормить я его буду киблом из яйца Рекса. Ну а также для того, чтобы это было быстрее, я буду использовать успокаивающий бальзам. Так, покупаю корм. Закидываю в кицаля. Также, чтобы это было быстрее, я буду использовать спальный мешок, чтобы лечь поспать, пока он будет приручаться. Покупаю в дубильном станке спальный мешок и ложусь спать. Так вот, я проснулся, и кицаль уже приручен. Забираю все свои вещи, и можно выходить на улицу. Так, кицаль не заспавнился вместе со мной, поэтому я его просто призываю. Ну а пока он призывается, я покупаю в станке дубильном седло на кицаля. Так, вот кицаль появился. Надеваю на него седло, и все, готово. Кицаль приручен. Так что пользуйтесь. Спасибо за просмотр. Желаю вам удачного выживания в жизни и в игре.